Петербург, 24 мая, РИА Новости. Потери экономики России от киберпреступности в 2018 году могут существенно вырасти до 1 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, МЭФ, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В 2017 году Сбербанк оценивал потери экономики в 600-650 миллиардов рублей. Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле. Оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей, сказал Кузнецов. По его словам, такая цифра вполне реальная, но она может быть изменена в меньшую сторону, если будет сделан рывок в вопросах информационной защиты личности и бизнеса. Если же регулирование в этой сфере, скорость принятия решений по-прежнему будут отставать от развития технологий, то 1 триллион может оказаться очень оптимистичным прогнозом, добавил Кузнецов. В настоящее время ВВП России оценивается примерно в 92 триллиона рублей. Таким образом, потери экономики от киберпреступления могут превысить 1% ВВП. МЭФ 2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА Россия сегодня выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.